Toyota Camry 2010 год, цвет серебристый металлик. Цена 7000 долларов. Царапины на щите, здесь тоже повреждения. Люков нету. Светло-серый салон из ткани, мультируль. Комплектация ЛЕ. Резина зонда. А вот Lexus RX 330, друзья. Серебристый металлик. Чаржи, цена пробег год. 2005 год, 10 тысяч долларов цена. Пробег какой? 140 тысяч майл пробег. Кожаный салон. Так, дубовый руль. Люк. Эм, это ви Кэмри на ладзере. Там, га? 200 тысяч майл пробег на Кэмри. Из Кцахс банка в Ренанелу. А. Toyota Camry 200 тысяч майл пробег вот это. Че, здесь есть 5 кельчи, здесь не каран, все 5. Nissan Quest, да. Еще там черный. 2011 года обе. Комплектация SL у него, а у этого... Это тоже SL. Чаржи, ничего не мята секса. Фулл комплектация. Мотор 3.5. Передний ведущий, а? Задний ведущий. Америкация, че? Исключевой доступ. Цена 12 тысяч, да? Энелануина. Аудиосистема Boss. Кожаный салон с подогревом и вентиляцией, автоматическая коробка, монитор спереди, монитор сзади. Турнеля сава электрокан, а? Двери электрические. Так, большой панорамный люк для заднего салона, да, там еще есть. Да, да. Люк и для задних пассажиров, и для переднего отсека. И спереди, и сзади есть. Все. Та то же самое цена, то же самый год и та же самая комплектация. Все. Kia Optima. Это какой год? 15-й год. Пробег цена. 9500. 15-й год. А, силюкчикастых. Остальное все есть. Мультируль, автомат Тектроник, кожаный салон. 9500. Так. Пробегнели, ничкан, э? А, семья отсрасчи. 80 тысяч майл пробег. Kia Optima. GDI. Вичака вон са?
Антери. Антери вичакума. Все, находится в идеале, говорит, никаких вложений, нареканий нет. Новый аккумулятор, новые покрышки. Volkswagen Passat, кузов универсал, да? FSI мотор, турбо. И это волны. 2006 год, пробег цена. 4500 цена, пробег. 160 тысяч миль пробег. Робится обывается. Американцы. Попадцы, не пастовые, не цена. Американцы. Бамперы и капот перекрашены, да? Все. Мотора канистнаца. 2 литра объем мотора. Ханидия уже. 200 лошадей. Вичаков он сообщий. В идеале, да? Вложений никаких нет. FSI Turbo. Так, окей, снимаем. Пагиш? Насекомые. Сейчас. Так, Циптроник автомат, да. Кожаный салон. Люк. Люк не ла, манов. Зеркальце здесь, да, или что? Здесь люка он собац. Мамаджанса автомат, ага. И... Все, ла, рано. А, 2 литра Т. Янц моторный на FSI. Mitsubishi Йо, друзья. Тива Вольна, 2006 года, пробег, 100 тысяч километров пробег, руля перекидка, руль перекидка, Кина, цена 5500. Похож на маленького мула. Из фильма «Роман с камнем». Toyota Camry, цвет белый жемчуг, 2011 год, пробег цена какие? 140 пробег, оригинальный. Да. Заводская машина. 140 тысяч миль пробег, комплектация LE, LE, да, LE, и на 8 тысяч. АВС. 8 тысяч, простой салон из ткани. Все, отлично. Новые шины. Goodyear покрышки. А, Goodyear, да. Удачный год с привода. Все, Ахперджан. Вложений есть каких-то? Вообще, никаких вложений не требует, в идеале. BMW-ын зырна барын зырс.
BMW 2007 года, 127 тысяч миль пробег. Вори мавтунка, почему мечи мусорит сафума, маму? Мама меня тести, каже, пичет, а ты это. А, бачем, мы зима зертаем, что ты фандалангил. Тонкая профильная резина, смотрите. Большие диски. Закрыто. Монитор, мультируль, люк. Плавник. BMW 550i, то есть 5-литровый движок, инжектор. Mercedes-Benz. Японец, 2007 год. Диски от Lorenzer. Здесь прорезина. Крылья тоже Lorenzer. Для аэродинамичности автомобиля и для вентиляции тормозных дисков. Инчаржи. 17 тысяч долларов. Адаптивный фар. Обвеска тоже Lorenzer. VRS V8. Леворульный японец. Ապերեսը անցավ շուտ է ծախվել։ Էսեն ավտոն չէ, էսեն 21-ը չի որ կարամ նա էլի։ Պրոբեգին։ Ավտոն մատը չի ախպերեսը, ասենք այնպես չի ավտոյան կարան դնենք։ Նույնն էլ մերն է, էլի։ Բան չես ախտել։ Վակում չի ախտել։ Չէ, ախտել, վակում չեմ ուզել ծախվել։ Վակում ավայ ծախսա, ախտել չի։ Պրոբեգ 131420 կիլոմետրով։ Հետո ապեն լոնգնա չեմ սիրի, լոնգը բիզու ավտոյան։ Լոնգը պետք է հետևը նստես կարուճ էս ավտոյան։ Չորնի սալոն։ Քշելու ավտոյան։ Дубовый руль, борткомпьютер, фулл салон, люк. Здесь ключевой доступ. Климат-контроль для пассажиров. Зеркальце. Опа. Lorenzer Sport Service. Авто Вольцбург МБГ. Japan S550 5,5 литров движок. Так, выхлопные трубки тоже смотрите. Тюнингованные. 4 выхлопных трубки. И здесь тоже обвеска от Lorenzer. Пактроники. Задняя камера. Спойлер. Здесь такой вот навес. Здесь Lorenzer внутри все. Тюнинг от Lorenzer. Нерсов дерсов. Паци моторы, че? Мотору ингу ингер, че? Хан идеал уже. 380 лошадей. Даже здесь шильдик такой. Штива, 2005 год, да? Техас. 3,2 литра движок и 320-211 кузов. Американец из Техаса. 2005 год. Сапробеганчка, да? 140 тысяч майл пробег. И на... 8 тысяч.
Окей. Завтра, типа, вложение обману, не, Анеля? Все? Без нареканий. Все, вы... Шины тоже новые, Joyer... Joyroad. Двести 224 лошадиных сил. Toyota Alphard 2006 года, друзья. Адаптивные фары из ксенона, смотрите. Трехлитровый движок. Полный привод, надо передний. Полный привод, да. Трехлитровый мотор, полный привод. Так, VVT-i V6 24 клапана. То есть на каждом цилиндре по 4 клапана. Два впускных, два выпускных. Так, светлый салон из ткани, монитор в салоне. Два монитора, короче, и спереди, и сзади. Ой. Ничего? Автопилот, да. Так, вот такой комбинированный салон и двери. Смотрите. Так, дубовый руль. Альфа. Корневый электрокан, а? Эльпснэй. Обе двери электрические. Все. Гина, пробегну Гина. Пробегну я на я отвешу на камень. Ольерсон Хинга. 135 тысяч километров пробег, цена 9 тысяч, 2006 год. Так. Или... Toyota Voxy 2007 года. Сра пробега Гинечка, на. А, 2 литра объем двигателя. Бриджстоун. Саканса. Дикес Вокси Гиннеласа. 6500. Valve Matic. Четырехцилиндровый рядовый мотор, то есть тоже адаптивная фара. 80 тысяч километров пробег. Так, две электрические двери. Усидельниклеры шаржи волны, передвижные, да. Боксинеры какие-то шаржи волчены, ну, если шаржи волны, это ВК кондиционеров, панов. Климат-контроль для пассажирского отсека. Рули перекидка анеля в ордейн, да? Дубайские. Дубайские перекидки руля. Все. Без ключевой доступ. Да, это осеть. Задняя камера обама. Все, задняя камера. Спортивный режим, да, лепестки. Да, лепестки передач под рулем. Переключение передач. Все. 6500. Valve Matic. Окей.
Ես մի ալֆարդն ինչ կան, հա, դվայչտի։ Բանն է ախպեր, սաչը ռուլ է ինչ։ Ֆրավի ռուլ Toyota Alpha 2.4 լիտր աբյոմ 2006 գոտ, ծվետ բելի ժեմչուկ, ծնա 9000. Салона тоже без ключевым доступом. Правый руль. Обивка из алькантары. Автоматическая коробка. Два монитора. Монитор спереди и монитор сзади. Электрические двери, да? Экстренный электроканал. Обе двери электрические. Панорамный люк, смотрите здесь какой большой. Опа. Большой панорамный люк. 6,2, 8 мест, плюс еще один люк для спереди. Все. Антира. Вся пробитничка, да? Заводском состоянии. Здесь пульта инчина. Пан монитор и пульт. А, пульт монитора. Искса. Кофе и башек и ТВ. Подставка, подстаканники. Здесь тоже, да, все чистенько, ухоженно, химчистка арацаса. Все отлично. Toyota Alpha. Без камеса. Тоже 9000. 2006 год. Чай, бацет. Моторы вариант не лавы. Если VTI мотора, если Lexus не вырайла с мотора. Так, Toyota Ipsum Savortiva, 2004 год. Да, цвет белый жемчуг, 2,4 литра объем двигателя, пробег. 110 тысяч километров пробег. Движок тоже VVTi, 16 клапанов. 2,4. Да. Саинч состояние. Отличное состояние. Да. Фина. Сабель отличный. Да. 6 тысяч долларов. Так, салон из ткани. Светлый. Руль перекидка Грузия. Че или? Че Грузия, че это сам Дубай. Эсэля Дубай? А, это тоже дубайская перекидка. Все. 6000 баксов. И да есть. Да. И да. Посмотрим, что здесь. Subaru очень красивый, желтый цвет, смотрите, 2015 года. Goodyear, шины новые. Черный салон из ткани, мультируль, автоматическая коробка, монитор, люк. Диски вот такие стильные, смотрите. Subaru Symmetrical XV. Кросс-трек АВД, полный привод, задняя камера, повторители на боковых зеркалах. Здесь смотрите, вот эти подкрыльники как будто из карбона.
фактура похожа очень, его текстура. Ford Explorer. Эсиво Тива. Ут. 2008 год, цвет белый жемчуг. Оценка 4 ББ. Пробег. Рестайлинг, да. Вот, 73 тысячи километров пробег. 4x4, 4 литра. Заводской левый руль. Да. Explorer. Пульт управления на дверях, мультируль, автоматическая коробка. Люк, да. Кожаный салон. Монитор. Да. Панель приборов черная, обивка сидений светло-кремовая. Кожаный салон с подрегулировками. Смотрите, все работает. Так. Чистенький ухоженный салон. Вентиляция для пассажирского отсека. А, и сам Европа. $13,200 цена. Санчо Амара. Если вот парков канелус чхапи, патин стегел хет талус чхапи, бани кохти. Зеркало са 2 тонн. Да, двухстороннее зеркало, друзья, для парковки, смотрите. С обеих сторон показывает. Так. Крылья на савочхапи, темные патин чхапи. Explorer здесь значок. Повторители на зеркалах. Ветровики. Ханидзия уже? 212. 212 лошадей. Новые шины Bridgestone. Все. Toyota Land Cruiser Prado. 2013 год. 4 литра, 4x4. Ну, по документу 2014 год. Асабор. Да, рестайлинг. По документу 2014 год. Рестайлинг. Цвет белый жемчуг. Это эмиратный дружь, да? Эмиратный, цабирянца, на арабском надпись. Привезено из Дубая, Эмираты. 61 GXR, 61 тысяч километров пробег. Не битая, ничего. Не битая, не крашеная. Сидит замерзшая. Зимние резины, да. Зимние покрышки. Так, светлый салон. Из ткани. Монитор, задняя камера, автоматическая коробка. Люков нету здесь. Климат-контроль для пассажиров. Чистенький ухоженный салон тоже здесь. Покрышки и резина тоже свежая. Такие бардачки, здесь шкафчик, здесь кармашек, так, все. Гина, инчкан асра? Гина. В 33 тысячи цена. $33,000. Пробег такой. 98 тысяч километров. Светлый салон из ткани. Руль перекидка Грузия. Да. Серебристый металлик. Так. Задняя камера. 2,4 литра мотор, инжектор.
островики. Ставки из бакелита. 180 километров на спидометре. Скорость максимальная. Монитор. Состояние какое у него? Нормально. Вложений не требует никаких? Ничего нет. В идеальном состоянии. Ага.